суток. Наконец-то дошли руки до очередного обзора. Ну а что делать? Зима. Хотя у нас, в принципе, сегодня уже где-то в районе минус 2. Теплеет. Оттепель достаточно такая продолжительная должна быть. Думаю, еще месяцок, полтора. И, может быть, можно будет выйти на открытую воду. Сегодня хотел бы поговорить о силиконовых приманках, предназначенных для ловли на неогруженную резину. В начале видео вы уже видели отрывок с одной из рыбалок. Я попробовал выбрать именно те моменты, где я ловил именно на тот силикон, о котором сегодня хочу рассказать. Это у нас силикон от фирмы Relax. И это все одна приманка в разных световых решениях и в разных типоразмерах. Relax Turbo 5 дюймов и Relax Turbo Twister 3 дюймов. 3-дюймовая это, в принципе, можно на джиг. Ну, можно и на окуня, а это вот брал чисто щука. Взял в 4 световых исполнениях. Брал это все на бигбете. Ссылку на продавца я оставлю. Сначала заказал 5-дюймовый, потом что-то так подумал, заказал еще 3-дюймовый. И дополнительно было мне предложено приобрести такие интересные вещи, как тоже от Relax. Это 5-дюймов нимфа. Так, первое. Это вот Relax Turbo 5-дюймов. В разных цветовых исполнениях. В каждой пачке по 10 штук. Вот такие вот интересные приманочки. Цветовая гамма у них достаточно широкая. Каждый из вас может подобрать, в принципе, себе по вкусу и цвету. Оснащается она офсетным крючком, который ставится у нас на поводок без дополнительной какой-то огрузки. Можно на слегка огруженный какой-то крючочек. Тоже есть такие в арсенале, такие подгруженные. На Алиэкспрессе, помню, брал. Крючки какие? Здесь уже выбираем, то есть у кого что есть. Я вот в последнее время пользуюсь крючками от Crazy Fish. Это Big Game, так называемые. То есть набрал, начиная там от 2.0 и заканчивая 7.0. Подбираем, какой нужен, оснащаем, и все у нас хорошо. Как оснащать? Здесь, в принципе, наверное, все уже давно знают, всем давно понятно. Я вот беру примерно вот 6.0 крючок от Crazy Fish. Нумерация крючков у всех производителей разная, поэтому нужно будет это дело учитывать. На ступенечку одели, прикинули, где он у нас должен выходить, заметили это дело и прокалываем непосредственно само тело. В результате у нас получается вот такая интересная приманка. Чуть-чуть можно жало в ребрышке спрятать. То есть у нас получается полнейшая не зацепляйка. Но как только чуть придавили, бац, и все. Щук у нас сидит на крючке. Ну, здесь нужно учитывать то, что, как бы сказать, паузу надо давать. Мы, рыбаки, люди такие интересные. И дать паузу иногда бывает достаточно проблематично. Особенно тем, кто на джик ловит, потому что поклевка пошла, сразу подсечка, а здесь вот именно нужно дать. И хотелось бы сказать, что в принципе вот крючок 6.0 от Crazy Fish, да, ну, по идее, самое оно, ну, можно даже 7 поставить. Так что ничего сложного здесь нет, и вот эту вот приманку можно в принципе закидывать в любые там, не знаю, заросли, чего только ничего. Тело достаточно интересное. Мне Константин на пробу присылал несколько реплик. То есть интересная приманочка такая в воде, интересно себя ведет. Можно, в принципе, чуть-чуть подгрузить, можно не подгружать. Ну, здесь уже по условиям ловли можете смотреть. Как я уже сказал, цветовая гамма достаточно широкая.
можете подобрать себе то, что вам нравится. Вот интересная такая расцветочка. В разных цветовых вариациях. И пробовать ловить на неогрузку. И все у вас будет очень даже здорово. Вы даже, если кто не ловил, не представляете, как это интересно, когда вся эта поклевка, атака происходит на ваших глазах. Теперь релакс турбо 3 дюйма. Тоже взял тоже 4 пачечки разных световых исполнений. То есть, что из себя представляет? Точно такая же приманка, ничем она не отличается от 5-дюймовой, ну, соответственно, размер поменьше. Данная приманка достаточно хорошо работает по окуню, ну и мелкая щука ее достаточно очень уважает. Понятно, что неогрузку вы с ней не половите, хотя, в принципе, если там какой-нибудь спиннинг легкий, да, один крючок, есть, ну, все вместе, пусть оно там грамма 4 будет весить. В принципе, можно и попробовать где-нибудь на каком-нибудь мелководье окуня погонять по траве или еще что-то такое. Как я уже сказал, цветовая гамма тоже достаточно широкая. Можно выбрать под любые свои условия, под любые свои предпочтения. Ну и в форме бонуса был предоставлен от продавца вот такая приманка. Это тоже от релакса, это Техас. То есть это вот такой вот ребристый виброхвостик, да, достаточно узнаваемая форма. То есть внизу здесь есть небольшая прорезь и вверху под офсетник. То есть чтобы прятать непосредственно офсетник. Сразу хотелось бы сказать, что силикон этот никакой не съедобный и тому подобное. Поэтому ловит сам силикон. Ну еще интересная такая приманочка. Это тоже от релакса. Это он мне уже потом отдельно предложил. Ну я несколько штук решил на пробу взять. То есть в разных, тоже в разных цветовых гаммах. Что мне понравилось, продавец мне выслал по WhatsApp фотографию тех цветов, которые на данный момент есть. Контакты продавца я под видео оставлю. Я себе отметил, какие мне надо. И все, сколько надо. И посылочка пошла. Отправляет практически в тот же день. Достаточно интересная такая приманка. Единственное, что меня смущает, как бы если щука сильно большой, крючок ты сюда вроде как и не поставишь, если на неогрузку ловить. И не будет ли щука постоянно промахиваться. Ну, то есть это мы посмотрим. То же самое, разные цветовые исполнения, интересные приманочки. То есть выбираем, пробуем и смотрим. На такие я еще не ловил, так что, думаю, будет достаточно интересно попробовать. Я взял по две штучки, попробовать, как они будут работать. Силикон тоже не съедобный, но достаточно такой плотненький. Думаю, ну не на одну поклевку это точно единственное, может там усы подкусывают. В крайнем случае пострижем, и вот эти остатки можно уже как отдельный элемент на микрожиг, либо сделать нарезку, и будет вам очередная насадка для мормышинга. Вот такие вот приманочки. Думаю, сезон будет достаточно интересный, учитывая то, что наши реки там, ну, буквально уже там к концу июля практически все зарастают. Такие приманки в арсенале, это будет очень даже здорово. Возможен вариант, помещу их все в аквабокс. Сбрызну аттрактантом Кулп Алайв, который с запахом выползка. Ну и посмотрю, что получится. Вот как-то так. Так что на неогрузку я практически тоже готов. А что будет у нас из всего этого,
будем посмотреть. Ну и в конце ролика вставлю еще небольшую нарезочку, чтобы показать, что многие боятся вот таких вот крупных приманок, хотя это вот вообще не крупное, потому что сейчас там ловят на 7 и на 8 там, дюймов и тому подобное. Шнурки грамм по 500, а то и меньше, на такую приманку садятся, пусть не смущает, что вроде крючок большой, вроде приманка объемная, спокойно ее кушают, спокойно цепляются. Я думаю, каждому рыболову в своем арсенале необходимо иметь штук несколько таких приманок, оснащенных вот офсетным крючком, потому что иногда на рыбалке не всегда попадаются такие места, где можно провести воблер, да и джиг иногда не, сильно-то не проведешь, а такая приманка является практически вездеходом. Поэтому надо, чтобы такое было. Хотя бы штук несколько на всякий случай. И иногда это может вам спасти рыбалку. Вот такой получился обзорчик, как это все будет работать. Вы, в принципе, уже немножко посмотрели. Думаю, этим летом тоже должен хорошо отработать данный силикон, именно вот данная приманка. Поэтому, как обычно, не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. На этом, пожалуй, попрощаюсь. Всем пока!